друзья, всем привет! Сегодня я иду на родник. Хочу вам показать наш родник деревенский. И заодно по пути я вам покажу музей нашего знаменитого татарского писателя Туфана Минуллина. Итак, друзья, вот в нашей деревне есть музей, дом-музей Туфана Минуллина. Вот и в честь него еще назвали родник. Народный писатель Республики Татарстан, драматург, видный общественный деятель Туфан Минуллин. В 2012 году он умер. И вот из его дома, даже из трех домов, раз, два, три, сделали здесь ему музей. А также в честь него назвали родник, с которого мы все берем воду. Как раз я туда и иду. На улице зима, все замело. О, следы зайцев. Зайцы бегают. Так что тропинку буду прокладывать я себе сам. Зайцы не проложили. Кроме меня сегодня по этой тропинке никто не ходил. Вот, друзья, я пришел к роднику. Здесь у нас мечеть. И мулла поет намаз. Вот озеро от родника, который идет. Друзья, обратите внимание, внутрь родника следов нет. А здесь у нас получается, есть еще один выход родника. Сейчас я вам покажу, откуда все набирают воду. Вот он, второй выход. Отсюда в основном и берут все воду. А вот внутри почему-то очень мало кто набирает. Давайте зайдем внутрь и посмотрим. Строили все, сделаем красиво, панорамные окна, там родник и ковшик, кому нужно, нужно водички и попить, и, пожалуйста, скамеечки возле родника, мусорный бак. Облагородили деревенский родник. Огородили забором озеро, на котором летом плавают утки и гуси. И эта вот родниковая вода, она течет как раз через наш
огород через наш участок. Поэтому у нас на участке всегда есть вода. Хотя этим летом была засуха, и вся вода высохла. В руце пересох. А в роднике так и текла вода. Ладно, будем набирать водичку. Воду я обычно набираю 5-литровую бутыль. Так их удобнее нести и наливать. Хотя в доме вода есть, общая деревенская, из скважины, но все ходят на родник. В роднике вода вкуснее и меньше накипи образуется. Друзья, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До новых встреч. Желаю всем удачи, добра и всего доброго. Пока-пока.